Продолжаем эксперименты с шуруповертом. Нам нужно определить, какой ток потребляет шуруповерт в режиме максимальной нагрузки. Нужно это нам... Так вот, наверное, лучше. Нужно это для того, чтобы подобрать вот сюда вот аккумуляторы. Вот такое вот соединение. Все это проходит через наш лабораторный стенд. Китайский. Что ты? Так, так, так. Изначально, значит, 19,2 вольта. Давай, вот так вот. 19,2 вольта в режиме. В таком вот показывает какой-то ток, но это, наверное... Внутри это погрешность, он 100 амперный, потому что... Понятно. Ну что? Опа! Отключилось что-то, по-моему, в районе 40 было. Циферка такая проскочила. Давай. Ты не сразу его на... Вот в плохом режиме. 18 вольт. Ага, 4,5 ампера. 23, 36, 38. На 38 амперах. Защита сработала. Срабатывает защита в блока. Блоке питания. Не блока питания, а там он как раз баланс защиты. Угу. То есть обычные батареечки-то никак не подойдут? Нет. То есть от ноутбука не подойдут. Здесь нужно как минимум брать от вейпов вот эти вот, как сигареты, что ли, как они, пароиспарители, что ли, не знаю, как они называются. Вот, то есть, чтобы ток был как минимум 30 ампер. Вообще говоря, шуруповерт 50 ампер час. То есть это, прямо скажем, не самое мощное, если... Нет, не 50 ампер. Ой, ампер час, что я говорю, 50 ньютон на метр. А если брать какой-нибудь DeWalt 996, там под сотню будет, и, соответственно, ток уже будет под полтос, наверное, да? Ну, в зависимости от двигателя, то есть... Ну, там бесколлекторный двигатель стоит, ну, там бесщёточный, так по-простому. Там будет меньше. Меньше, думаешь? Да. Понятно. Ну, в принципе, цель эксперимента достигнута. Теперь понятно, что покупать, какие батарейки использовать.